И всем привет, с вами я Александр Сучков, и сегодня в этом видеоролике я буду играть в Hello Neighbor, и сегодня я вам покажу фокус, которого вы, наверное, не видели здесь. Как вы помните, я очень дофига видео снял уже про Hello Neighbor Alpha 4. Все видеоролики были маленькие, но потому что мне нечего было сказать другого. Но тут я понял, пересматривал свой же видеоролик и понял, как открыть ту дверь, которая с солнышком. Итак, идем туда, вот тут сосед. Значит, смотрите, что я вам могу сказать, ребят, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал Нубас. Пожалуйста, вот, возьмите, подпишитесь, я вот вас очень прошу. Значит, что мы делаем? Мы бежим, значит, сосед куда-то побежал. Мы бежим оттуда. Он за нами побежал, да, видите? Ну, видимо, да. Ах ты, сука, ах ты, сука. Так, вот. Так, успеем, я думаю. Итак, дальше что мы делаем? Дальше нам надо спрыгнуть вниз. Спрыгиваем вниз. Так, это просто прохождение самой игры, наверное, можно так сказать. Так, что мы делаем дальше? Здесь даже немного баги. Так, тут нет нашей штуки, потому что она включается именно днем. Это, в общем, где там рельсы, где это, видите, даже я без фона снимаю специально, потому что это такое видео я снял. Кстати, эта дверь открывает ту дверь с лестницей, помните, если вы смотрели прошлые мои видеоролики. Так, мы идем сюда. Так, я не буду, потому что задерживать вас. Так, мы идем сюда. Значит, что? Дальше. Вот. Мы находимся здесь. И здесь, ой, извиняюсь, не здесь. Здесь надо нам пробежать. Здесь лифт, а здесь еще лестница и какая-то штука есть. Но мы про нее забываем и идем дальше. Это именно видео для солнца, которое находится там. Так, вот, видим здесь нашу штуку. Если мы так спрыгнем, мы упадем и, в общем, разобьемся. Нет, так делать мы не будем. Но, смотрите, значит, что мы делаем. Я, конечно, забыл, как правильно там что делать. Но я уверен, блин, как я сюда попал-то, блин. Стой, 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 стой. Так, надо подумать, ребята. Надо серьезно подумать, потому что я не знаю. Потому что я думаю, если я сейчас спрыгну... А, не, ну да. Блин, не туда случайно. А, ну да, блин, точно. Ай-яй-яй. Ладно, не получилось, ребят. Короче, смысл в том, идем сюда. Извиняюсь, что ночью я опять буду показывать это все. Ну ладно, он нас поймал. Значит, смотрите, мы должны убрать нашего соседушку. А, кстати, да, только днем это все работает. Вот, он к нам выбегает, да? Вот он к нам выбегает. Давайте, мы разбиваем у него окна. Иди сюда к нам. Иди сюда к нам. Ты мне сейчас будешь помогать, соседушка. Итак, иди сюда. Теперь сделаем так, чтобы он улетел. Делаем для него пак улета. Ему с карты нафиг. Кидаем ему под ноги эти треугольнички, и он от нас улетает. Но это не точно, потому что надо столько в него выбросить этих треугольников, чтобы он отсюда улетел. Но он точно улетит, я знаю, потому что я уже это пробовал. И поэтому... Так, в общем... Нет, это не работает. Вот, вот он опять подбежал сюда. Я пытаюсь ему кидать под ноги, но он не улетает почему-то. Сколько бы я не пытался, да. В общем, да, я его пытаюсь сейчас выбить из карты. Вот, он меня как-то поймал непонятно как. Мы опять... Вот, день. Значит, что мы делаем? Мы быстро должны пробежать сейчас. Ну, можно, конечно, медленно, но все равно. Как-то... Так. Бежим, 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 сразу бежим. Сразу бежим сюда. Открываем эту дверь. Открыли мы дверь. Идем сюда. И нажимаем на нашу штучку. Так. Открываем эту штуку. Так, здесь камеры сломаны. Так. Сразу идем вниз. Так. Чтобы сразу вам показать. Так, не сюда, нет. Не сюда. Идем вниз, именно вниз. Дальше идем сюда и идем сразу на... Блин, она работает, эта сука. Ну ладно. Ладно, все равно. Идем на лестницу. Идем сюда. Так. Ну давай, проезжай дальше. Тут мне мешать будешь.
Так, в общем, в чем прикол? Что я буду делать сейчас? Я буду прыгать до того домика, где там двери были, с месяцем и с солнцем. И вот смотрите, значит. Идем мы сюда. Вот мы пришли сюда. Здесь у нас эти штуки. Но если пробежать. Вот, видим эту дверь. Это не та дверь. Извиняюсь. Или это та дверь. Хрен его знает. Нет, вряд ли. Это не та дверь. Так, бежим дальше. Вот, пробегаем сюда. Куда-то сюда. Точно, я не помню точно, ребят, извиняюсь. То, что я не помню точно, как это делается. Как куда прыгать. Но сейчас я, наверное, разберусь в этом. В общем, прыгаем мы... Я не помню куда. Куда-то мы точно прыгаем. И попадаем куда-то. Сейчас разберемся. Попробуем. Так. Прыгаем вниз. И попадаем на нашу вот эту штуку. Дальше. Мы должны идти сюда. Вот. И прыгаем сюда. Вот наша дверь. Она. Вот. Мы открыли дверь, которая работает только ночью. Вот. Где месяц. Мы ее открыть сейчас не можем, потому что у нас как бы сейчас. Ну, в общем, ну, не ночью у нас сейчас. Мы ее открываем ночью. Извиняюсь, конечно, сейчас я кое-что поправлю здесь. В общем, в чем прикол? Я вам просто сейчас расскажу это словами. В общем, ночью мы открываем эту штуку, эту дверь. Она открывается спокойно, она открывается именно ночью. То есть мы сюда вернемся ночью. А сейчас мы просто спрыгиваем вниз. Просто спрыгиваем туда вниз. Так, дальше. Вот смотрите дальше, что мы делаем. Идем ночью. Вот у нас уже специальная ночь к нам пришла. Мы быстро очень бежим. Да, он нас ловит. И сейчас опять день будет. Нет. А, да, день. Тогда делаем так, чтобы не было дня у нас, как бы. То есть делаем все так, чтобы у нас была ночь. И как чем-нибудь занимаем нашего соседа. Так, именно ночью нам только открыли дверь. Да. Вот он прибегает, смотрит окна, там что-то бегает, смотрит, пытается что-то сделать. Мы в это время пробегаем. Так, и бежим. Бежим, 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 бежим. Сразу бежим туда. Открываем, блин, данную дверь открываем, блин, пробегаем сюда, блин, я забыл где, куда бежать, бежим сюда, так, фу, сорян, ребят, так, включаем фонарик, прыгаем сюда, значит, смотрите, дальше, идем сюда, идем в этот низ, дальше, вот Ленница, мы туда не идем, мы идем... Хотя можно сразу на Ленницу идти, но я не знаю. Как-то мне все равно. Так, дальше идем сюда, пробегаем сразу эту станцию. Она нам не нужна. Подождем, пока пройдет этот поезд. Ну, точнее, вагон, извиняюсь. Ждем, пробегаем до сюда. Так, вот. Дальше прыгаем вниз. Если, конечно, я правильно прыгну. Так, вот, прыгаем сюда. Дальше бежим назад, сюда. И прыгаем сюда. Вот. Дальше, что мы делаем дальше? Открываем эту дверь. Так, мы открыли эту дверь. У нас здесь зонтик есть. И тут у нас закрытая дверь с солнцем. Здесь нужен свет, чтобы открыть эту дверь. В общем, я не знаю, как это объяснить, но нам надо спрыгнуть вниз. И в тот момент, когда у нас сосед побежит сюда, мы должны вернуться сюда и открыть эту дверь, которая с солнцем. Она открывается только днем у нас. Вот. Я вроде вам правильно все объяснил, кстати, ребята, сюда тоже можно добежать, запрыгнуть. Не знаю зачем, но вроде вам нужно было. Сюда тоже можно запрыгнуть, разбить окна. Ну ладно, спрыгиваем вниз. Все у нас сейчас будет как бы, ну почти утро. Почти утро, ребят, это можно считать, что уже день почти. Уже солнце и не ночь. Так, разбиваем соседу, короче, ему окна разбиваем. Он у нас бежит, значит. Вот он как-то пытается выбежать. Как только у нас он выбегает, то есть, вот, он что-то смотрит, вот, куда-то он пошел. Значит, что мы делаем? Мы сразу, вот, сейчас он пройдет, мы сразу берем и бежим. Твою мать, я не успею. Вот, так. Так. Ладно. Самое главное, мы открыли дверь, которая ведет... Блин, он сейчас откроет. Ну, если он нас не откроет, это будет офигенно. В
В общем, в чем прикол? Мы сейчас идем к той двери и открываем солнечную дверь. Вроде сейчас день и нормально, и поэтому мы откроем эту солнечную дверь. Так. Я думаю, там он ушел. Он уже там, походу. Кажись, да. Поэтому бежим сюда. Давай же. Так. Так. Ну, так. Спрыгиваем вниз. Идем сюда. Идем на лестницу. Бежим, 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 бежим. Это важно, ребят. Это надо сразу прям делать. Потому что, я не знаю, сейчас, конечно, утро. Может, это не считается за день. Но если есть солнце, я думаю, это нормально. Так. Мы добежали до сюда. Идем сюда. И прыгаем вот сюда. Опа, все, я смог. Так. Идем сюда. И прыгаем вот сюда. Так. И открываем эту дверь, которая у нас была закрыта. Блин, она закрывается именно тогда, когда мне нужно. Вот. В общем, в чем прикол? Мы должны открыть эту дверь. Но теперь она, когда у нас утро, она закрыта. Почему-то так. То есть она открывается только ночью, а именно та дверь, которая... Я не знаю, как это объяснить и как вообще это использовать, как вообще эти двери сделать. Но если вот мы ночью откроем эту дверь, если мы откроем дверь, которая утром находится, то мы сможем попасть в секретную комнату. В общем... Вы, наверное, суть поняли. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. С вами я, Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну, бас, пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.